Всего несколько месяцев назад Александра Высоцкая была безработной, а сегодня встречает посетителей в своем кафе. Об этом она мечтала с детства, но в эти мечты никто, кроме нее, не верил. На вопрос, как получилось открыть свой бизнес, отвечает просто. Поддержал любимый муж и помогло государство. Мне говорят, вот у тебя не получится, но вот я с мужем это сделали. Благодаря тому, что помогло государство. То есть нам мой знакомый рассказал о том, что от государства можно получить субсидию. Мы пришли на биржу труда, там все узнали, зарегистрировались и пошли на курсы. Отучились, нам там помогали преподаватели все оформлять, все правильно и грамотно сделать, грамотно рассчитать бизнес-план. Я вообще счастлива, что мы смогли это сделать, потому что если бы не эта помощь, то мы бы не скоро смогли бы это сделать, и не факт, что вообще смогли бы сделать. А этот предприниматель Слаб Ташлиев. Сам молодой человек родом из Туркменистана. Когда-то он приехал учиться в Брест и остался здесь на постоянное место жительства. Заниматься торговлей первоначально планировал на родине, но встретил в Беларуси будущую жену. Мужчине был необходим стабильный доход и хотелось заниматься тем, что по душе. И здесь на помощь пришла государственная субсидия. Изначально я все время хотел заняться продуктовым бизнесом, потому что это... Независимо от всяких ситуаций, экономических, политических, все время продукты питания людям нужны, и всегда люди будут к этому идти. И попалась такая удачная ситуация, что могли приобрести этот павильон, земельный участок, на аукционе. После этого уже, соответственно, пошел в центр занятости. Там мне подробно рассказали, что есть такая государственная поддержка в виде субсидий. Одним из направлений государственной политики занятости населения, зарекомендовавшей себя на практике с 1995 года, является содействие безработным в организации предпринимательской деятельности. За 1995 год по текущий год финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности от государства получило более 2000 безработных граждан города Бреста. Субсидия – это единовременное, безвозмездное, государственное денежное пособие, равное 11-кратной величине бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день размер ее составляет 3756 рублей 28 копеек. Субсидия предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста, зарегистрированным в Управлении по труду и занятости в качестве безработного и планирующим открыть предпринимательскую деятельность. Стоит отметить, что субсидию можно потратить строго на закупку материалов, оборудования или иных товаров, указанных в бизнес-плане. Также в трехмесячный срок со дня регистрации в качестве предпринимателя необходимо будет отчитаться о целевом использовании данных денежных средств. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.